Lifetime in repeat. Привет, друзья. У нас в течение месяца мы искали все же в нашем городе тиляпи. Вот мы нашли мозамбийская тиляпия. Нам в этом помог зоомагазин Афалина. За это мы им очень благодарны. Теперь вот этих вот тиляпи мы поместим в резервуар, там, где у нас находились Цветотрофиус соколова. Цветотрофиус соколова мы выловим. Да нет, в том резервуаре у нас. Мы их выловим, отвезем к нам в аквариум. А вот этих вот поместим вместо них. И будем выращивать аквапонику на этих мозамбийских тиляпиях. Ну, друзья, всем спасибо, кто смотрел. Ставим лайчики, пальчики. Подписываемся на каналчик. Ссылочка будет внизу. Всем, друзья, хорошего урожая.